вот район старого Тбилиси, Авлабар. Мы проезжали сейчас мимо. И вот такую картину увидели. Один из старых домов прямо на проспекте. Это он самый был. Обрушился, произошло обрушение стены. И все это повалилось на автомобиль человека, который здесь проживает. Сейчас здесь патрульная полиция. Полицейская лента. Вот что произошло с машиной. Фактически стена откололась. Даже это фрагмент жилого дома. Как видно. Вот там стулья, кровати. Вот человек ходит. Видно, хозяин дома. Все это происходит в центре, практически в историческом центре города. Вот старый домик. Еще недавно на этой стене расклеивали плакаты кандидата на состоявшихся недавно выборах. Интересно, сейчас они придут сюда, чтобы помочь этим людям. Вот такая картина сейчас здесь у нас на Авлабаре.